краевой столице проводят рейд по проверке общественного транспорта. Автобусы смотрят на предмет соблюдения санитарно-технических требований и наличие документации у водителей. Под проверку попали маршруты номер 1, 20, 27, 60 и 118. Проверено более 10 автобусов. Есть замечания как и по санитарному состоянию, некоторые замечания по документации. Все будет передано перевозчикам в претензионной форме. Ну, с требованием устранить. Кроме того, отдельно будет проведен анализ срывов расписания. Это делается вообще на еженедельной основе комитетом. И также будет проведена с перевозчиками претензионная работа. Всего по итогам рейда в адрес перевозчиков направили 16 претензий. Однако грубых нарушений, которые бы запрещали эксплуатацию транспорта, не выявили. Есть у нас, так скажем, еще перевозчики, которые выпускают на линию с нарушением проведения контроля технического состояния транспортного средства. А именно, вот 118 маршрут был выпущен на линию с датой просроченной и с незаряженным огнетушителем. Вот. Ну, встречаются, конечно, нарушения и другие по экипировке, но в целом карта маршрута имеется, путевой лист оформлен, то есть все соответствует требованиям. Всего в городе работает 79 маршрутов общественного транспорта, из них 11 электротранспорта и 68 автобусных, причем подвижной состав постоянно обновляется. Мы сегодня находимся на фоне нового автобуса, да, который вот уже 2 недели как обслуживает первый маршрут. Естественно, здесь никаких нареканий нет, замечаний, и можно только радоваться. Добавим, рейды по проверке общественного транспорта продолжатся и будут проходить регулярно. Юлия Щепина, «День с толком».